Доброе утро. Сегодня буду делать французский салат. Как-то я в своем видео упоминала, что нужно сделать французский салат. Я купила вешенки. И сегодня, наконец, я созрела для этого салата. И, конечно, запишу, покажу вам очень простой и такой вкусненький салатик. А здесь у меня варится куриный борщ. Здесь свекла тушится. Вот. Ну, а здесь уже варится там все овощи с курицей. Вот. Сейчас я промою эти грибочки. Я отрезала все вот эти корневища. Ну, вот эти вот. Вот так вот я оставила. Вот. Посмотрю, если будет жестко, я их тоже отрежу. Но их нужно немножко отварить. Ну, также минут 5. Как, ну, это вешенки, их долго не нужно варить. Минут 5 поварим в подсоленой водичке. Так, вот теперь нужно натереть сыр. Ну, я взяла обыкновенный российский вот такой вот сыр. Натереть в крупную терку. Вот, где-то на 200 грамм грибов, 200 грамм твердого сыра в крупную терку. Вот так вот получился сыр. Но грибов у меня, наверное, меньше, чем 200 грамм. Тем более они уварятся. Но, как говорится, сыром грибы не испортишь. Я положу сыра чуть-чуть побольше, ничего страшного. Ну вот, дорогие друзья, все, я подготовила все ингредиенты, все порезала. И сейчас будем собирать с вами салат французский. Я наклоню камеру, чтобы вам было видно. Надеюсь, видно. Вот здесь у меня сыр. Здесь я порезала соломкой, ну как получилось соломкой, огурец. Ну, или один большой, или два таких средненьких огурчика. Но, опять же, по объему. И вот здесь, как смогла, соломкой порезала я грибы. Грибы у меня были мелкие, и так вот соломкой не очень-то получилось. Но вот так вот. Вот, соломкой. И этот салат я также в интернете нашла как-то и записала рецепт себе книжечку для того, чтобы приготовить когда-нибудь. Один раз я его уже готовила на какой-то праздник или на день рождения, не помню. Салат понравился, но для меня как-то вот он оказался немного пресноват. И в этот раз я все-таки решила добавить какую-то изюминку все-таки в этот салат, остринку, и порезала вот две долечки чеснока. Я раздавила чеснок и порезала мелко. И хочу добавить в этот салат. Попробую, что из этого получится. Конечно, по рецепту вот три ингредиента, которые в этот салат входят. То есть сыр твердый, огурец соленый и вешенки отварные. Все, соли здесь не нужно, потому что еще будет майонез, он тоже такой остренький, солененький, и сыр, и огурец. И грибы я также немного подсаливала. Ну и сейчас будем собирать салат. В какой последовательности, в общем-то, значения не имеет. Сначала положим сыр, потом огурцы. Ну, конечно, с огурцов надо вот этот вот сок, чтобы рассол немного стек. А здесь жидкость вот это вот ни к чему. Так, огурец и грибы. Вот такой вот французский салат. Можно ничего не добавлять, но я говорю, я хочу добавить чесночка. Французский салат, русскую изюминку. Вот так. Ну и майонез у меня вот обыкновенный, магазинный. Можно сделать, конечно, и свой майонез. У меня есть рецепт на канале, но мы редко едим майонез, поэтому
Вот лежит у меня эта пачка майонеза небольшая, и как бы на всякий случай, когда вдруг что-то захочется сделать. Вот. Так, конечно, можно приготовить майонез самой. Так. Ну, вот такой вот салатик. Салатик получается. Состоящий всего из трех ингредиентов. Ну, а теперь, конечно же, нужно попробовать. Салат этот, кстати, гостям понравился. Но в нем не было перчинки. Да, все-таки вот мне с чесночком нравится больше. Ну, попробуйте приготовить и так, но будет не такой острый. Может быть, конечно, если добавить маринованный огурец, будет поострее. Ну, а так это такой вот нейтральный вкус и очень приятный салатик. Так вот, девочки, глажу белье. Вот эти вот полотенчики я заказывала в Васильке. Фартук, про фартук я рассказывала, что я там нашла брак. Ну, вот эти вот, ну, они темные, ну, полотенце и полотенце. Я, в общем-то, их заказывала для рук, ну, на кухне вот повесить. Вот у меня висит здесь на плите всегда полотенце и руки вытирать. И вот эти вот полотенчики я заказала, чтобы вытирать руки. Там, когда готовишь, как-то раз, чтобы руки промокнуть. Ну, и что? Мало того, тут вот какое-то кривое, рисунок не выдержан. Еще вот здесь, вот смотрите, я его постирала и глажу сейчас. Вот, у них тут машинка вообще что-то. И, то есть, вот, получается вот так. Василек, я разочаровалась, вряд ли я еще что-то буду заказывать. Я еще хотела там, ну, как блогер, чтобы что-то рекламировать. Ну, не знаю, я еще, как говорится, у меня канал маленький, но вот я заказывала за свои деньги, может, конечно, действительно они блогерам присылают более такие качественные вещи. Ну, пусть оно недорогое, но вот смотрите, и что мне теперь самой это все подгибать? Ну, легче ткань купить и прострочить. Вот, смотрите, вот. Ну, что это? Ну, это вот первое полотенце я взяла. Сразу гладить. Девочки, глажу второе полотенце. И вот тоже, ну, здесь более-менее еще. Ну, до края вот не дошито. И здесь все, конечно, махрится. Ну, первый заказ у меня был, в общем-то, нормальный. Претензий нет. Но вот в этот раз одно с браком, второе. И в результате, думаешь, действительно, наверное, блогерам присылают, когда... Они, может быть, выбирают получше что-то. Но бесплатно получить это одно. Если бы я бесплатно получила, то уж ладно. Я бы это истерпела, но за свои деньги брак получать легче купить в магазине. Уже там посмотришь, что там покупаешь, чем заказывать, дорогой Василюк, у вас. И вот края, видите? Куда-то уходят, все так неровно. Ну, не знаю. В общем, сшито кое-как. Шил косой китаец, наверное. Так, девочки, белье погладила. Это у меня тот же день, когда я делала французский салат и готовила борщ. Вот сейчас обед. Время 12:30. Хочу я себе положить борща, куриный борщ, люблю я куриный борщ почему-то больше, чем вот с мясом, с таким, или с говядиной, или с свининой, люблю больше с курицей. Вот сейчас я пообедаю.
Хотела ехать к маме сегодня. Вот я торопилась с утра все сделать и на 13:20 уехать. Но она позвонила, говорит, да не езди. Я себя вроде бы так и хорошо чувствую. Еда есть. Вот только были 2 дня назад. В общем-то, хлеб там есть. Говорит, я в холодильник положу, уж если попрошу кого. Ну, хлеб есть, и там булка есть. Первый еще есть. В общем, все там я ей котлеты поджарила, еще сделала котлеты в морозилку положила. В общем-то, фрукты есть, все есть. Что ты, говорит, поедешь, тем более тут и праздник. Я хотела убраться, а действительно праздник уже это. Не буду убираться, там пол мыть, конечно, до выходных. Потому что я в четверг работаю, в пятницу приду с ночи, суток. И, скорее всего, может быть, в пятницу вечером или в субботу. Наверное, в субботу утром поедем. Вот так. Ну и сейчас буду обедать. Вот такой вот борщ у меня румяненький, красивенький получился. Вот, и салатика поем. Хотела маме, конечно, взять. Ну, потом сделаю. Она любит всякие салатики. Но, с другой стороны, не так уж это и полезно тут сейчас. Вот. Ну, все, приятного мне аппетита. А потом, наверное, еще что-нибудь сниму. Ну, а вообще решила я салат не есть, съем борщ. У меня вот такая булочка, я в Пятерочке купила этот штрудель. И с молоком, вот такой у меня будет обед. А салат с мужем будем есть уже вечером на ужин. Кстати, муж сегодня должен позвонить, ему надо, чтобы заехал за Фаберлик. У меня пришел там заказ, обязательно вам покажу, что я заказала в этот раз Фаберлик.